Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с последствиями по НДФЛ при наследовании прав и обязанностей по договору долевого участия. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизит которого вы видите. В данном письме рассматривался вопрос о том, с какого момента исчислять минимальный предельный срок владения жилым помещением, которое будет получено по ДДУ, соответственно, в том случае, если ДДУ было унаследовано. Рассматривая эту ситуацию, Минфин указывает на то, что срок владения жилым помещением, полученным по унаследованному ДДУ, следует исчислять с момента открытия наследства. Но здесь важно выполнение определенного условия, а именно, что наследодателям были полностью выполнены условия, в том числе уплачены соответствующие суммы по договору долевого участия. Таким образом, лицам, которые наследуют ДДУ и впоследствии получают жилые помещения, им необходимо принять во внимание данное разъяснение Минфина. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч!